приветствует сервер Urbans.ru. Введите имя пользователя. Введите пароль. Доступ разрешен. Виталий Боменко, что вы посоветуете включить в программу для показательных выступлений? То, что людьми воспринимается на ура, то, что покажет Кикушин карате во всей его красе. В карате Кикушинка есть много прекрасных выступлений на ура. Можно придумать различные варианты выступлений, именно то, что касается Кикушин карате. Ведь мы, когда выступаем, мы пропагандируем наш стиль, показываем, на что мы способны. А в разных видах карате подготовка соответствующая разная. Кто-то бьет на скорость, кто-то пытается высоко выпрыгнуть, как в тхэквондо. У нас же контактный стиль. Соответственно, если грамотно подготовить свое тело и продумать, как это сделать во время показательного выступления, чтобы это все работало и было использовано, то, естественно, показательные выступления будут очень красочными. Ну и, соответственно, нельзя упускать, что все-таки кикушин карате – это карате. Красивая ката с разбиванием, с огнем, прекрасная прыжковая техника, их также можно включить в программу. Но все это нужно обдумывать и решать. Я советую посмотреть программу показательных выступлений с разных стилей карате, спортсменов разного уровня мирового, и наверняка что-то интересное можно будет взять оттуда. Это 100%. Я думаю, на вопрос я ответил также. Я хочу, чтобы вы все подумали об этом. Наступит момент, когда вы дойдете до изнеможения, и вам захочется сдаться. Вопрос вот в чем. Сдадитесь ли?